Лето, натуральна, што думкі і размовы пра адпачынак да ўражванні. Часам нечакана блізка, але з новай кропкі погляду. Круізы і кругасветкі – жанр стары як свет, для вандроўнікаў і аматараў прыгод. А геаграфія і сродкі перамяшчэння ўжо залежаць ад уласных цікаўнасцей. Маладая сімпатычная пара з Магілёва абрала для сябе «Around by». За коротким слоганом 12 дзён 2000 кілометраў. Кола па Беларусі. Зразумела, што гэтым нікога не здзівіш, але праз соцсеткі, літаральна онлайн, удалося зацікавіць мноства знаёмых і незнаёмых, менавіта тым, што побач. А мы сустракаем крэатыўных вандроўнікаў, так бы мовіць, з колу, жывымі ўражваннямі. І вельмі цікава даведацца, як быць турыстам народнай Беларусі. Цікаво, непрадказальна. О. І я думаю, што вельмі патрэбна быць турыстам народнай зямлі. Гэта дазваляе нам бачыць родную зямлю крыху крытычна, не так, як вось мы прызвычаіліся. Да ты што, без турыстычных буклетікаў? Так, так, без гэтага ўсяго і проста праехаць і ўсё паглядзець і палюбіць Беларусь такой, якая яна ёсць. Around by. Кто придумал? Around by, то есть это обозначает то, что ёмко и чётко обозначает, что мы придумали. Объехать вокруг Беларуси за какой-то короткий срок. Понятно, что мы не увидим всего, но вот именно сделать такую кругосветку для себя и для других немного. И вот здесь я считаю, что очень удачно, что вы это выкладывали, ну, практически онлайн, да? Да, да, да. Судя по статистике первых выпусков, это были в основном наши друзья и такие знакомые, которые даже не лично знакомы, просто в сети. Около 200 человек, да? Было где-то около 200. Но потом, я не знаю, что там случилось с Ютубом и с другими социальными сетями, количество просмотров выросло уже до 1000, а один там выпуск даже 2000. Да, причем, который мы не ожидали даже. Не начинали. Вы с Орши. Да. Да. Орша. Да. Орша – это был город, в котором я очень давно хотел снова побывать, потому что это город моего детства. И последние, наверное, лет 25 я не был там нормально, чтобы прогуляться и вообще поностальгировать. Минутка ностальгии. Мы приехали в мой двор, где я провел очень-очень много летнего времени, когда бабушка и дедушка жили в Орше. Вот. Конечно, двор очень сильно изменился. И не изменился одновременно. То есть, что-то посносили и навели тут типа порядок, перекрасили девятиэтажку, та же малосемейка. Вот очень новая, это Мария Сергеевна здесь. Она здесь, это реально новинка этого двора. Это сегодня для всех большой сюрприз. Посмотрели на окна. Дарэчы, Дзяніс – професійны журналіст, узброены, як і належыць адпаведнай камеры. Ну а Маша – дызайнер, і адказная тут за відэа. Это был первый опыт. Конечно, вот эта штука очень помогала, потому что, когда мы выехали из города, я ее без этого маленького монопода просто держала вот так вот. Маша ходила по городу, как экскурсоводы, знаете, обычно ходят с такой вот штукой, вот посмотрите, она идет, все местные люди на нее смотрят, что это вообще за... Больше всего автомобилисты пугались, потому что обычно с окна, когда снимаешь въезд в город, из «Маша, Маша», люди пугаются, все такие шарахаются просто. Вот эту галочку мы поставили, мы погуляли там часа три и поехали в Витебск. Паводле аповесці мінулых часоў, Вітебск заснаваны кіеўскай княгіняй Вольгай. У 10-13 стагоддзях на шляху з варагаў у грэкі. Вялікім князем Альгердам з 1320 года далучаны да вялікага княства літоўскага. Дарэчы, помнік яму першы і адзіны ў Беларусі. Ратушы, касцёлы, кляштары, калегіумы, цэрквы, манастыры, захаваныя і адноўленыя сведкі старажытнай гісторыі горада. Сусветная вядомасць Вітебска ж злучана з імёнамі Марка Шагала і Казіміра Малевіча у сучаснай гісторыі сталіцы славянскага базара. Приветики, а мы уже в Витебске, и вот Денчик катит чемодану и ведет нас к хостелу. Давайте посмотрим, что здесь есть. Какой ход, класс. Мне нравится.
город красивый, нам очень повезло с местом. Мы жили прямо напротив ратуши. Шикарный хостел, в котором ребята не пожалели, не сбили всех жителей хостела в одну комнату, расселили всех. И мы за небольшие деньги жили в шикарной комнате под крышей. Два дня напротив нам никто ратуши не мешал. Да, это было очень супер круто. Но в городе, как мы уже атмосфера шутим, не та. Мы шутим, что нужно вводить мораторий на Славянский базар. На Славянский базар лет на 10. Сразу несколько звуковых рядов. Я очень люблю шаблоны, куча музыки. То есть ты идешь, ты Шагала Малевича, ты не чувствуешь. Да. Ты чувствуешь Славянский базар, и от этого очень грустно, потому что, ну, извините, это не наша история, а в Витебске почему-то история не так чувствуется. Ох, Сергеевна, что-то пошла в пляс. Праздник у нас. В общем, первый день нашего путешествия был хорошим. И дальше мы поехали в Полоцк. Я не знаю, успела ли я снять вывеску, но что-то как-то въезд какой-то жутковатый, если честно. Уникальная история старожитного Полоцка. Нащадки Рогнеди и вся слава чародея. Над городом возвышается Софийский собор, побудованный у 11-м стагодзе. Центр христианства на усходнеславянской земле. Освітниця Ефросинья Полоцкая, первая женщина Беларуси, приличенная до лику святых. Тут народился и белорусский первый друкар Франциск Скорина. У Полоцку находится помник литеры У, один у Беларуси. Не сказать уже про то, что Полоцк является географичным центром Европы. Ну что, осилим лесенку? Ого-го! Оп-оп. В Полоцке ожидалось, как мне кажется, больше духа какого-то старины. Которых не было. А все-таки в Полоцке сейчас мы почувствовали больше какой-то дух, какой-то провинциальный такой, даже немножко, не знаю, запущенности. Веселые горки! Очень понравился университет. Конечно, место... Кампус потрясающий. Да, вот место... если бы у нас в Могилеве был такой кампус у Кулешова, я не знаю, вы все съезжались бы только в Могилев учиться. Университет здорового человека. Вот здесь, конечно, совсем другая атмосфера, не такая, какая есть, например, в Могилеве. Конечно, Софийский собор, конечно, да, есть отдельные уголки, но в целом не чувствуется, что это отец городов белорусских. Да? Далее мы направились в Браслав. Еще даже на подъезде к Браславу, понимаешь, насколько браславские вообще озера — это круто. Я не буду оригинален, но выглядит это фантастически. Пошли во дворик. Заснаваны у початку 11-го стагодия полоцким князем Рачеславом Ізяславовичем на вузком перешейку помеж озерами Дрывята и Навята. До 1939-го центр повета Виленского воеводства. Зараз районный центр Витебской области. Город курортный. До речи, его и не было у першопочатковом знятованном маршруте. Это вот вносило как раз-таки такую долю веселья и такой авантюры, да, потому что мы не знали, например, очень часто, где мы будем ночевать в конце дня. То есть мы доезжали где-нибудь в обед, открывали ноутбук, есть интернет, о боже. Да, красота, не видно. Ради этого мы сделали крюк сюда. На пляж! Пляж! Как круто! Нет, у меня даже теряются слова. Тут так офигенно в Браславе, такая теплая водичка. Так мелко, прямо как в Юрмале. Ой, сюда, короче, едем с детьми, которые не умеют плавать. Да, потому что они тут даже при желании не уходят. Мне вообще не уходят. Очень-очень все спокойно. Это просто вот это спокойствие, которое вот дарит это озеро большое, да, оно, да, видимо, поглощает всю эту энергию негативную. Это вот просто это чувствуется. Вы слышите литовскую музыку, и мы подъезжаем к маяку. Еще одна лесенка. Ну, не очень много, но как бы после ужина. Мне кажется, теперь я знаю, что мы нашли то самое место, где снимают... Ладно. Социальную рекламу для билбордов.
В общем, обязательно, когда будете в Браславе, не поленитесь и съездите на гору Маяк. Здесь очень приятно. Дорогие пассажиры, займите места и пристегните ремень. У стюардессы вы можете попросить плед. Это бизнес-класс. Рейс Браслав-Лида. Наш перелет займет очень много часов. Несмотря на дождь, мы решили заехать в Мосор. Очень как-то таинственно, наверное, из-за того, что большая дождь. Большая такая католическая святыня. Вот этот ботанический дендрарий приехал и создал ксёнс. Ксёнс из Вильнюса и Литвы. И пол своей жизни он был художником и садово-парковым дизайнером. И действительно прекрасный садик, и вот у нас таких нет. Обязательно приезжайте. На самом деле здесь очень здорово. Блин, глубокое, очень даже приятное впечатление производит. Так вот, если разрушать стереотипы. В Беларуси сейчас очень удобно путешествовать. В принципе, доступно, есть возможность экономить на всем. И самое главное, это путешествовать можно не только будучи вот таким вот типичным туристом, что ты вот так с утра проснулся, пошел значит, в костел, в церковь, в музей, парк, пообедал где-нибудь, и потом дальше еще музей. Можно путешествовать так, чтобы просто сменить картинку. Город лакокрасок, пива и модных кед. Ліда заснаваная князем Гедиміном у 1323 годзе і паводле легенды названа ў гонар дачкі Лідіі. Самая папулярная славутасць – Лідскі замак. Да 1980-х гадоў уяўляў сабой руіны, а ў 2010 годзе был адноўлены. Дажынкі 2010 правялі татальны апгрэйд Ліды. Мы ідзём в Мекку беларускіх хіпстэраў на самы главны магазін фірменны Лідскай обувной фабрики, где продают очень крутые кеды. Так, короче, мне вот это подходит. Слушай, какие крутые. Это вообще, что они из чего вообще сделаны? Потому что они на ощупь как будто бы кушаны, я тебе серьезно говорю. По крайней мере, вот этот язычок, он кажется замшевым. Ну, Маша выполнила завет самого главного хипстера. Спасибо. Купить кеды на Лидском заводе. Это же офигенно. То есть я забрала последние моего размера, их всего было двое. То есть на самом деле, вообще найти лидские кеды, это прям... В Лиде. В Лиде там. Далее мы направились в Гродно. В Гродно было на самом деле модно. Город – заснавальник культурно-гістарычных каштоўнасцяў. 9 стагоддзяў, 331 аб'ект уключаны ў дзяржаўны спіс з гісторыка-культурных каштоўнасцей Рэспублікі Беларусь. У гістарычным цэнтры захаваліся ўнікальныя помнікі. Барзаглебская калошская царква – 12 стагоддзя, каралёўскія стары і новыя замкі – 16-18 стагоддзя, архітэктурны ансамбль касцёлу і манастыру, гарадскія забудовы канца 19-го, пачатку 20-го стагоддзя. Что за дом? Слушай, смотри, здесь даже Дэн. Тут, короче, QR-код даже есть, чтобы почитать про него. Чик. Проверяем. Ну-ка. Опачки, все работает. И тут написано про дом Элизы Ажешки. Дум-дум. И вот, видимо, какой-то архитектурный памятник, да? Но плющ не убирают, этот дикий виноград. Очень красиво. Большая хоральная синагога. Ну, она вообще на синагогу не похожа, да? Не, похожа. Ветер! Блин, как же здесь хорошо. Просто я хочу жить в Гродно. Я уеду жить в Гродно! Могила будет сниться!
В Гродно чувствуется, опять-таки, дух вот этого трансграничья, но вместе с тем и хватает всего белорусского. Mm-hmm. Пешеходная улица, которую местные... любят хаять, нас да. очень впечатлило. Нас очень впечатлило, да. потому что улица сделана со вкусом. Гродно за те 20 лет, что меня здесь не было, изменился кардинально. И дальше была прекрасная дорога, интереснейшая. Утренний переезд у нас был из Гродно в Брест. Очень красиво. Потом попали в огромное облако, которое просто накрыло все на несколько там... десятков километров. Ехали да. в таком тумане, Сайлент-Хилле. А потом как-то вот из этого облака и солнце все озарило, и леса. Это было невероятно. Это было настолько красиво, что ты уже даже не понимал, где ты находишься. Мы попали в Брест, в котором оказалось так много людей, что нам, на пешеходной улице, на Советской, да. Нам сейчас Могилев кажется просто реально очень безлюдным городом. С початку 11-го стагодия летописная Бересте. Брест-Литовск от 17-го до 20-го стагодия. Брест над Бугом помеж 1921-39 годами. Географичное становище визначила лёс, гандлёвый центр и крепость. После долучения до Российской империи набыл ведомость как военный форпост Берестянская крепость. Старожитное Бересте было знищено, а город перенесены на 2,5 версты на усход. Сучасный Брест – город молодый. Брестская крепость 1941-го – легенда и гонор. Это музыка заунывная, тут еще играешь, что плакать хочется еще больше. Мы только пришли на пешеходную улицу. Вот. Что вот улица Советская. Та самая волшебная Советская, про которую все прожуживают уши. И что я могу сказать, что ну, мне в Могилеве Ленинская, как по мне, так то же самое, что это Советская. Там центр притяжения всей культурной жизни и некультурной разной жизни. Но там очень много музыкантов, да. приятных музыкантов, таких, которые, к сожалению, Могилеву не хватает. Это правда. И еще, пожалуй, то, с чем уже, я так понял, борются в Бресте, но еще, видимо, только начали, что прекрасная пешеходная улица, сделанная там, ну ладно, со своими какими-то... Везде есть нюансы. Нюансы, да, то есть им так, видимо, удобнее, они так решили сделать, окей. Но там столько на фасадах есть визуального мусора, рекламы, каких-то вывесок, которые вот... Ну, уже таких пережитков начала 2000-х. Да, ты не понимаешь, да. как вообще такое может быть на такой улице, как вообще разрешили это все повесить. А мы жаловались на Ленинскую. Ленинская да. показалась Ленинская... просто на самом да, деле прекрасной. Чистейшая прекрасная улица, на которой практически ничего нет, что может раздражать. Это вот реально... Казалось бы, да. Да, и далее из Бреста мы отправились в прекрасный город Пинск. Пинск поразил. Ну, во-первых, у нас появился местный язык. Мы взяли языка, его зовут Дима. В Твиттере Дастер. Помаши рукой, скажи. Он же помахал. Мы приехали на площадь Ленина. Правда, я пока не вижу Ленина. Там Ленин. А, вон, я вижу. Пошли, нужно там зачекиниться обязательно. Реально производит впечатление какое-то такое немного не белорусское. Хорошее чувство. Да. Ну, Пинск зашибись, конечно. Мне очень нравится. Даже погода его не портит. Прекрасная набережная. Куча зелени. Такой большой. Это лама, да? Это лама. Уже такая заставка. Ясно. Есть такая, знаешь, очаровательная запущенность. Такая обдрипанность, но такая атмосферная. Золотой колос. Ты КВшечная. Возьми мне что-нибудь вот прикольное. Идем. Слушай, очень мило. Друзья, прикиньте, это капучино с огуречным сиропом. Как это, кофе по-фински? Нет, ну, немножко по-другому, но самое главное, что здесь есть огуречный сироп, поэтому это капучино. Потому что Денис выклинчил. Я выклинчил, я очень сильно просил, и мне даже капнули. Пробую. Да, это... Оно. Реально, попробуй. Странно. Как будто бы кофе с рассолом. Очень странно.
в Пинске. Пинске очень сильно понравилось. И туда обязательно нужно приехать еще по возможности там как-то погулять более осмысленно. Потому что, конечно, наша программа такая... Зайти в театр. Экспресс-программа не подразумевала очень долгого нахождения и вкушения всей экзотики. Все очень рекомендовали Пинскую шляхту. Обязательно сходить на спектакль Пинской шляхты. Именно в Пинске. Затем мы попали в Мозырь. Туда был такой переезд через как раз-таки переправу. 8 машин, нагруженных трактора, а все это тянет один маленький баркас. Представляете? Вот это все на себе тянет. Ну что, как тебе? Ну как тебе? Мне вообще очень волнительно. Особенно ты сидишь такой, и, блин, и тебя трясет, просто колбасит. Жесть, жесть. Ближе к Гомелю мы уже поняли, что наши силы и вообще финансовые возможности очень быстро заканчиваются. Даже морально просто устаешь от того, что ты... Постоянно переезд, постоянно ты в дороге. Каждый день дороги. Это можно было бы растянуть все длиннее и делать так, вот, ну, грубо говоря, привал на 2-2,5, может, даже 3 дня, если совсем, ну, как бы не скучно, есть что посмотреть. Интересно, они пахнут? Гомель. Першая письмовая згадка 1642 год. Больше як 200 годі візитні картки города на Сужі з'являється цудовний палац Румянцевих і Паскевичів. У ансамблі з собором святих Петра і Павла, капліці і фамільної поховальні Паскевичів. От парку до центра города и будинку Гомельская церковь веде черговая улица Советская с оригинальными быцемперниковыми домами у стиле модерн. Дравляная забудова Гомеля – еще одна его славутость. Ну, парк делает город. Ну, на самом деле, вот если бы не парк, от Гомеля были бы очень, так сказать, скажем, постсоветское такое впечатление. А там, конечно, парк, и вот эта усадьба Романцевых, Пацкевичей, и вот, конечно, там инфраструктура, какое-то там невероятное кафе, и вот это все как сделано, конечно. Пляж, набережная, которая просто могилевским многим людям, которые хотят сделать вообще что-то подобное. Да, нужно ехать в Гомель, чтобы посмотреть. Нужно ехать в Гомель, ходить по этой набережной, вымеряйте и просто брать копировать. И копировать, потому что набережная шикарная, пляж, вот даже с другого берега видно, какой чистый песок, как там все это сделано, пляж огроменный. Конечно, просто там абсолютно другой ландшафт, но ты понимаешь, что, грубо говоря, в той же самой Подниколье, это в принципе, ну, с большего, осуществимо. Это осуществимо сделать. Замечательный вечер. Это была очень крутая поездка. Заканчивая разговоры вот как раз о том, что вот об этих всех местах, хотелось бы сказать, что вот Маша до поездки в нашу кругосветку... Ну, избалованная я была, честно признаюсь. Она очень сильно недолюбливала Могилев. И во время путешествия с каждым новым городом я видел, что в Маше просыпается патриот Могилева. Потому что она идет по Витебску и начинает говорить, вот в Могилеве бы это лучше выглядело, вот тут это лучше. И с каждым городом Маша становилась все более Могилев. Я даже начинал искать у нее на теле герб Могилева. Может, уже где-то проступает. Но Маша, когда вернулась, просто вздохнула полной грудью и сказала, я люблю Могилев. Да? У нас все есть, но вот чтобы это понять, нужно объехать вокруг Беларуси. Могилев, детка! И вот мы ехали-ехали и наконец доехали. Скоро выложим все дневники или уже выложили к этому моменту все дневники. Большое спасибо, что следили за нами. Очень-очень приятно. И это было непередаваемое ощущение проехать вокруг Беларуси и увидеть эту страну такой, какой ты никогда не видишь ни по телевизору, ни в интернете, а все увидеть самим. До новых встреч, друзья. Мы вас любим. Bye.